За флешмобом наблюдали глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернаторы и депутаты Краевого законодательного собрания. Акцию провели как символ дружбы и единства жителей Кубани. Мирно соседствуют в крае сегодня сотни народов. Каждый уважает культуру и вероисповедание друг друга. В этом есть сила не только нашего региона, но и всей страны, сказал Вениамин Кондратьев во время праздничного митинга. Неважно, какое у нас вероисповедание, неважно, на каком языке мы говорим, главное, что мы говорим, чему мы учим наших детей – миру, добру, труду, взаимопониманию, взаимоуважению, ценностям, которые одинаково велики и истинны для любого народа и любой национальности. Мы все хотим жить в мире. Друзья, мы все хотим жить в сильной, экономически развитой, независимой великой России. И это желание у нас общее, единое. И вот в этом единстве, только в этом единстве наша великая сила. Дружеским визитом в честь праздника Краснодарский край посетил председатель Государственного совета ХАСЭ Республики Адыгея Владимир Нарожный. Также земляков поздравил член Совета Федерации Владимир Бекетов. Жители Адыгеи и Кубани всегда питали друг другу самые искренние и теплые человеческие чувства. На протяжении многих десятилетий адыгов и казаков, жителей наших регионов, связывают прочные экономические, культурно-исторические, духовные, просто добрые, товарищеские и родственные отношения. Святые узы дружбы, братства и куначества одинаково трепетно и уважительно почитаются в Краснодарском крае и в Республике Адыгея. День единства. Он показывает сплоченность нашего народа. И вот здесь, на площади, мы видим яркую демонстрацию этой сплоченности. В одном ряду, рядом стоят представители разных политических партий, общественных объединений, организаций, ветераны, молодежь. Вы своим присутствием, находясь здесь плечом к плечу, показываете готовность ежедневно своим трудом укреплять могущество нашей великой Родины, могущество нашего любимого Краснодарского края. А если потребуется, то и стать на его защиту. Продолжился митинг праздничным концертом. Перед краснодарцами и гостями города выступили лучшие кубанские коллективы и звезды российской эстрады. А завершил торжество большой фейерверк. Инга Габиша, телекомпания ФКТ.